Бля, Юра, я знал, что ты хуесос, но вот чтобы настолько, вот ты настолько тупыми считаешь вот своих зрителей, пиздец. Сначала доказывать всем, что ты не будешь рекламировать, да, всякую хуйню никак не связан, а потом петь «Сделай взрослый выбор» на взрослых выборах. Совершеннолетие, мы делаем свой выбор. Или по-взрослому проголосовать на взрослых выборах в марте. Короче, хуесос ты, Юра. Все, извините за негатив, вот на Тити посмотрите. О, Лизка, зачем? Ты же так хорошо ворвалась на YouTube, а теперь сама себя еблом в грязь. Очередной клип про выборы, дамы и господа. Ребят, вы не подумайте, я не хейтер, типа, нам, блогерам, тоже надо креветочки покушать иногда. Но, типа, это же политическая проституция чистая. Это не классно, это не круто. И нет, ребят, я не против рекламы, я обязательно вам тоже что-нибудь порекламирую скоро, вы не волнуйтесь. Просто, ну, позовешь ты свою аудиторию голосовать, да? Ну, получишь ты этих 2-3 миллиона, блядь. А как ты спать будешь, сука? Где твоя совесть, блядь? Ну что? Вы думаете, я лежу? Нет, я стою. А, кстати, не пиздите на Даню Кощея. Он, сука, я тут вообще ни при чем. Обазарю. Рад, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.